Ну, Сережа меня не поддержал. Как ты мог? Вы про чё? Потому что самое время. Не нажал в меню. Это синхронное нажатие кнопочек, окей. Подождите, я сейчас заберу. Так, я к... Я к балуневым титькам пошла. Нет, только не без меня! Подожди. This isn't a discussion. You're not going подожди, without подожди, тут диалог. Look, I need you here protecting Sanctuary. If this turns out to be a trap, I need you to keep these people safe. Is this because Angel told me not to come? It is, isn't it? Lilith, damn it, would you just trust me, okay? If you get killed... Ну вот, они не договорили. Эй, Слав! Чего она дала-то хоть? Гранату? Вы чё, уже... Вы уже два квеста забрали? Не знаю, я сходил, только патроны взял. Я не могу с ней поговорить, почему? Потому что я уже сама с ней поговорила. А, гиперионский контракт нам в другом месте получать, окей. Подождите, я был там. Но я ушел оттуда. Я должен вернуться и все забрать. Там аж два квеста. Би-би-би. А какой у нас вообще основной сюжетный квест? Кто-нибудь в курсе? Я уже не понимаю, какой основной, какой не основной. Ну понятно. А, ну, наверное, с ангелом. С ангелом. Или как ее там? Заменить пропагандистские материалы Гипериона. О, кстати, мы так. Вы убедили... Бойню финкой не ну да. Вы убедили обитателей вселенной в том, что большой сверкающий город Джека на самом деле большая сверкающая ловушка. Кроме того, вы трогали камеру Мокси, а это значит, что вам... стоит вымыть руки кислотой! Фу, я ее не трогал, фу. Даю две реликвии на выбор. Забрать модулятор голоса красавчика Джека. Часы в руке, сервятники Брика на вашей стороне, а железяка снова в убежище. Теперь вы готовы взять штурмом зону управления ангелом и добыть ключ от хранилища. Time to think up some memorable last words. This is it, everybody. Lilith, Mordecai. Глава 14. You're protecting the city. Brick will provide air support from Thousand Cuts, and I'll climb up to control core Angel from the cliff face. Any questions? Yeah. Why ain't I going? I gotta pay Hyperion back for Bloodwing. And you will, but for now I need you protecting Sanctuary in case this is just another trap. You'll get your payback, Mordecai. I promise. Long as you say so, Roland. Vault Hunter, we have a shot at stealing the vault key and stopping Jack from waking the warrior. All you have to do is get past a force field that'll atomize you, destroy a bunker carrying enough firepower to level a continent, and get through a door you can't possibly open. Ну, легкая задача. It's time to get Claptrap to Thousand Cuts. We need him to shut down the force field. Make it painful, guys. This is gonna be fun! Да. Заткнись, тупой идиот. Ну, Артём, как бы... Я не про Артёма, если чё. А, подождите, а иконоборчество-то где нам забирать? Надо забирать у железяки, а железяки нету на самом... Нет, подождите, он есть. Подожди меня, я хочу с ним увидеться, я его не видел целый месяц. Подожди, стой, не трогай его. Не трогай. А, ну все. I enlisted you as my minion, then Angel just happened to attack Sanctuary. Don't you get it? Jack was coming after me! It's time to take the fight to him! I'll meet you in Thousand Cuts! Эй, а квест-то отдай, маленький засранец, где он? Куда он пропал? Он мне пропал? И у меня его нет. Подожди, главное не начинать задание. Он всех кинул. Вы увидите, я нет. Да. Все, он исчез. Он убирал 1000 порезов. И кто нам будет отдавать задание? Вот же засранец. Блин, вы уже 27 уровень, а я-то 26. Пойдемте сгоняем, заберем квест вот этот. А сколько у вас процентов уже прокачано?
Меньше одной палки. Да. А, в смысле? Ну, а здесь 10 палок, как бы, если одна палка прокачана, то 10%, если две, то 20%. Зачем я должен вам это объяснять? Вы же учились в школе. 5%. Вот так вот надо отвечать сразу. Чисто по-мужски. Ладно. Ну, у тебя голос Джека, я вас путаю постоянно. Что? У меня голос Джека? Да, у нас у всех голос Джека. Ну-ка, что я говорю? Подождите, дайте я скину свою пулеметку. Ничего. Я молчу. Пойдемте в убежище, разберемся, че кого. Откроем пару раз ящичек. А вам не надавали лишних ключей для ящика? Нет? Нет, 7 штук, по-моему, как было, так и осталось. Говорил, кто-то кому-то давали просто так. Подойди сейчас все, посмотрите, сколько у вас. У меня как в прошлый раз было. У меня 14. Да ты вообще буржуище. Я всего лишь вводил коды. Ох ты, модификацию. Бери сирена, где ты? Лиз, бери. Для тебя все. Иди, забирай обе. Адская. Бери все, пока не закрылась. Хотя она не может закрыться без... Сейчас, подождите, я солью все оружия, которые мне не нужны. Вы, кстати, посмотрели пушку эту? Нет? Нет. Где она? Ну, снайперская винтовка, посмотри. Она называется... Так. Она называется... Нет, это не то. Моргенштерн? Нет, не то. По-моему, Моргенштерн, да, она. Есть. Так, секунду, я все продам, чертям собачьим. Отстой. Ой. Ага. Ну, не знаю, наверное. Ну, так-то она красивенькая, да? Красивенькая! Подождите, я сейчас все солью. Че мне не нужно? Пушку, с которой ходил много-много лет. Блин, а мне все надо. С которой я рос. Значок помощника шерифа. Подождите, я сейчас реликвию устаканю. Это супер, на это супер интересно смотреть, конечно. А то у меня стоит реликвия, которая дает плюс 30% к здоровью. Прыгучая граната. Стероидный щит. О, нифига. Чё там? Он ходит и раздвигает лужу из этой жижи. И я хожу и тоже ее раздвигаю. Ходит и раздвигает. Это все, что нужно было тебе сказать. Черт, она пропала. Вот еще. А, и еще пропала. И еще пропала. Да ты Казанова. Пропала. Был такой в улицах разбитых фонарей персонаж, которого звали Казанова. Угу. И он всем нравился, помню. А его уничтожили по сюжету. Его убили, что ли? Да. Ты мне заспойлерил! Да это было во втором сезоне, по-моему. Это было 12 лет назад. Я не знаю, я не смотрел ни одной серии. Напоминаешь ты мне кое-кого. Виспу? Нет. Ух ты, у меня есть аж 2 облика для грузовика? Чего? Ну, для грузовика, да. Что такое грузовик? Для машины. А, Эридий называется. Машина. Секунду, я еще посмотрю модификатор гранат. Говно какое-то. Посмотрите, надо вам? Хреновый щит. Щит получше. Сейчас. Тут у меня такие отстойные щиты еще здесь лежат почему-то. Что я с ними делал, мне интересно. Куда мне их... Да... Что... У меня что-то с управлением случилось, я не мог двигаться в магазине. И теперь я не могу двигаться.
Я не могу двигаться в магазине. Да. А здесь могу. Магазин багованный. Какой избирательный магазин? Какого хрена? Ты везде баги ловишь. Да смотри, тут тоже не работает. Какого хрена? Я хочу продать. Ладно, буду. Да я даже не могу навестись мышкой. Нет, я не хочу. Я не хотел продавать. А вон, наконец-то могу. Что-то продал. Я чуть сейчас себя не продал. Окей, сейчас подождите, я еще модификации класса посмотрю. У меня их до хрена скопилось. А что у меня стоит? Емкость магазина и урон от стрельбы. Вау, а у меня лежит тут намного лучше. И я, главное, ее не меняю. И еще лучше лежит, и я ее не меняю. А нет, это она и есть, просто я не нажал кнопку. Ебарисоты. Кретин! Все остальное хрень какая-то. С кем мы играем? Ну, не с Виспой, скажите спасибо. А то он начал говорить, говно! Игра говно! Ну, правда, это и сказал, когда я предложил ему поиграть с нами. Ну как вы в это говно играете? Пойдем, я буду открывать. Я не буду с тобой сражаться, зачем? Мне придется стоять. Но, я тебя одолел! Ничего не делай, что ты? Я тебя победил только что в дуэли. У нас была с тобой странная дуэль какая-то. Побей меня, да, побей! Побей! Волосатая рука. Оу, волосатая. Чего все пришли смотреть, что я буду... Забирай! Это тебе все. Какого хрена? Сейчас по-любому. Давай, трать ключи! Я еще заработаю! Снайперка. Ну, надо вам? Не. По-моему, нет. А у меня места не было. Да господи, опять пистолеты. Ух ты, вот это неплохой по урону. Надо? Сейчас погоди, я посмотрю, где какой-нибудь. Ты выдаешь то, что ты делаешь? Не. Да где он? Знаешь, скажи спасибо то, что эта пушка ничего не говорит о твоей личной жизни. Иначе... Не, у меня лучше. Снова я забираю, ладно, продам потом все это, чертям собачьим. Давайте еще две штуки. Да какого? Смотрите, выбирайте. Вот этот левый, это неплох. Ну, его заберу. Не надо? Не хотите? Опять меня. У меня места нет. Все, последний раз открываю. Мне подождите, перед этим надо вкачать скилл, чтобы, знаете, чтобы навести немного атмосферы, так вот создать. Саспенс. Нет, ну саспенс это немножко другое. Это атмосфера, создание атмосферы напряжения. Да какого хрена? Патриотичный смутьян. Да по-моему... Справа просто охрененный. Но у меня я только что такой же подобрал, вот точно такой же был. Надо, забирай. Да? Да, я точно такой же подобрал. Да. Элизабет, тебе ничего не надо, нет? Или ты переодеваться пошла, носик пудрить? У меня места не было. Так выкини все, что, все, что не надо. Ладно, я потом скину, если что надо выпереть. Буду продавать пистолеты!
О, наконец-то винтовки. Пистолеты, шмистолет. О, дроб... О, там только что... Там только что такой дрован был, по-моему. Или мне показалось... Он назывался дырявильник. Ладно, просрую еще один. Ну-ка, что тебе выпадет? Дырявильник. Надо кому-нибудь... СМГ. Надо выкинуть все и... Так, и разобраться. Такс. Вот, я сейчас выкину все, что не это, все, что левое. Нате вам, нате, забирайте, на! 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 А, это тоже можно. Широкий дробовик. Можно еще это забрать. Вон, смотрите, смотрите тут какой арсенал целый, посмотрите на это, посмотрите, вот. Уголок, уголок любителя пострелять тут целый. Вот все здесь валяется, вот. Секундочку. А, тут урон больше, блин. Что-то ты как-то свалил все в кучу. Ну, можно выбирать при прицеливании. Можно все забрать и выбрать, что нужно. Ладно, Серёга, спатеньки. Давай, беги. Давай, байки-бабайки. А я пехотинец-фронтовик. Чё, оставляем это здесь бомжам? Пусть сами, пусть разбираются. Не, чё, на продажу-то. Да куда деньги-то девать? Деньги некуда девать, у меня денег просто хоть задницей ешь. Ладно, я ещё один... Иди на Мокси спусти. Точно. Мокси. Я иду.